В мире все сложнее осознавать, зачем мы что-то делаем. Смысл – это когда вы понимаете, что вы всегда сообщаете что-то, и то, что когда вы делаете, вы это делаете зачем-то. Вот когда эти составляющие как бы в человеке объединяются, он начинает жить продуктивную, осмысленную жизнь. В чем роль смыслов и как можно концентрацию смыслов в своей жизни увеличивать, развивать, что ли? Я слово «смысл», у меня даже есть Академия смысла, да, вот, и это было такое ироничное название, оно даже родилось в таком как бы споре. Вот. Дело в том, что вообще вот мы же, когда думаем про смысл, мы вкладываем в него какое-то такое что-то немножко сверхъестественное, такое какая-то чуть больше, как смысл жизни, вот, да? Вот, как будто бы это ваша жизнь. Да? Смысл встречи, смысл разговора. Нет, сейчас смысл встречи, разговора ты еще не говоришь, но вот смысл жизни, да? Это ваша жизнь, что ли? Вы что ли решили жить? Ну, это ваши родители решили, спросите смысл, какой был заложен. Это было их действие, вот, и они заложили в него какой-то смысл. Вы ему не соответствуете, я точно. Вот, у них были другие идеи, понимаете, мы какой-то по-другому поехали. Значит, смысл есть у высказываний, то есть когда мы передаем некий смысл высказываний. Да? Это, собственно говоря, наша лингвистика, это треугольник Фреге, знак, значение, смысл, когда вы разными словами можете передать один и тот же смысл. Вот это смысл, то, что мы передаем и способны передать разными словами. Вот это вот то, что нужно понимать. Да? Например, вот смысл моего чувства я могу передать жестом, могу передать словом, которое даже не обозначает мое чувство, а обозначает другого человека. Вот. Я передаю смысл. Вот, понятно, что... Значит, второе, смысл этого есть у действий. Все действия совершаются зачем-то. Да? И мы должны всегда быть очень внимательны к тому, осознаем ли мы смысл действий. Потому что вот в современном мире все сложнее осознавать, зачем мы что-то делаем. Мы очень много делаем на автомате, очень много делаем из-за зависимости, очень много делаем, потому что нам кажется, что надо делать, хотя уже не надо, много делаем из-за своих каких-то психологических комплексов там и так далее. И вот в этом смысле смысл – это когда вы понимаете, что вы всегда сообщаете что-то, и то, что когда вы делаете, вы это делаете зачем-то. Вот когда эти составляющие как бы в человеке объединяются, он начинает жить продуктивную, осмысленную жизнь. Вот. Если его смыслы размыты и потерялись в словах, и знаки перепутались со смыслами и со значениями, беда. Если его действия как бы не имеют вот этого внутреннего целеполагания, этого зачем-то, вот, то тоже это все превращается в суету и бессмысленность. И человеку что с этим делать? Вот он находится на своем уровне бессмысленности сегодня, переживает, внутренний критик его уже заел. Что ему можно, какие предложить шаги? Да, вот, понятно, наверное, книги, да, как-то вот оттуда что-то такое вот соприкоснуться. Что-то кроме книг вот есть по эволюции внутреннего смысла человека? Что это такое? Какие-то шаги, практики, не знаю, просто взгляд на жизненные обстоятельства просто под другим углом? Ну, с учетом того, что у нас нету свободы воли, вот. Это официальная версия. Да, официальная версия. Вот. Мы в значительной степени, конечно, зависим от того, в каких средовых факторах мы нас окружают и что на нас воздействует. Ну, известно, что разные как жизненные неприятности заставляют людей обращаться там, к религии, к астрологии там, и так далее. Когда у человека все хорошо, он не думает про все про это. Как только ему становится плохо, это средовые факторы, которые влияют на него и заставляют его осуществлять то или иное поведение. Вот, поэтому, и второе – это информация, с которой вы сталкиваетесь, а информация – социальное окружение. Потому что если вокруг вас все ходят и рассказывают, что их спортили, сглазили там, и так далее, то вероятность того, что вы
другую версию событий рассмотрите, вашего неуспеха и банкротства или там еще чего-нибудь, ну, как бы, мало вероятность. Ну, вот, поэтому ну, я считаю, что здесь надо понимать, что если вы столкнулись с обстоятельствами, которые вас не нравятся, это для вас повод для изменений. Вы должны это так идентифицировать, если вы хотите как-то приобретать большую осмысленность. Вот, а не как бы не какой-то удар или там проблему и так далее. Это новая возможность. Вот, всегда все неприятности – это новые возможности. Все хорошее построилось из чего-то плохого. Вот, и второе – это вот информация, с которой вы имеете дело. Вот, от того, в каком социальном пространстве вы кружитесь и что эти люди говорят. Вот, потому что в конечном счете мы тоже не просто читаем книги, мы читаем книги, которые читают люди, с которыми нам интересно разговаривать. Резонанс возникает. Резонанс, да, резонанс на уровне смысла, да, как раз. Да, поэтому это вот какое-то социальное окружение. Угу. Ну, вот все. Используйте по падению.